Я включил камеру сейчас. Повтори, пожалуйста, специально для наших зрителей, что это за крия? Крия от страха любви и отношений. Все, давайте молча, пожалуйста. Расскажи, как она выполняется. Расскажи, как она выполняется еще раз. Так, мы выполняем или что? Да, мы ее Ты по ходу, то есть ты не делаешь. Мы ее выполняем. Ты не опускаешь руки. Ты уж три раза опустил руки. Руки разводим широко, как будто бы мы держим шар, ладони вверх. Голова запрокинута, чуть-чуть откидываемся назад и дышим медленно и глубоко через нос. Первое упражнение 11 минут. Это наша нервная система. То есть, если нам тяжело делать это упражнение, значит, наша нервная система очень слабая. Вот. Но в любом случае в конце может быть напряжение, тяжесть. Мы проходим через это напряжение, потому что это в йоге называется туалетная зона, через которую происходит выброс токсинов из тела, из психики, из ума. Делаем. 11 минут. Стараемся проходить через это легко. Просто легко. Еще секретный прием в кундалини. Если хотите, чтобы было легко, просто улыбаемся. Когда есть улыбка на лице, то делать намного легче. Не забываем дышать медленно и глубоко. Еще раз проходим легко, улыбаемся, получаем удовольствие. Представьте, что вы держите планету в своих объятиях. Чем тяжелее делать, тем глубже должно быть дыхание. Можно продышивать вот эту боль и тяжесть, если она появляется. Сейчас новый фейк, по всей планете появляются стальные кубы. Сейчас на экране такой вот стальной куб. Послание инопланетян на экране.
можно синхронизироваться с ведущим по дыханию. Ну, можно, конечно, просто у каждого свой ритм дыхания. Ну, попробуй сделать коллективное дыхание засинхронизированное. Ну, давайте, вдох. Выдох. Да-да-да. Так не работает это. Как ты в жизни. Взял и слился. Взял и ушел. Взял и прервал отношения. Татьяна, дай, Боже, не надо. Или ответить ты хочешь? Да, я думал ответить. Да. Продолжаем. Что произошло? Позвонили на телефон. Выпустили руки, так вообще. На телефон позвонили, сбросил. Окей. Вот я ни разу рук не опустила. Камера все это снимает. Ты наш герой, поэтому 500 женщин. Нет, я не герой. Герой вы. Ты героиня. Мудрые женщины. Мишенька, руки вверх. Дышим глубоко. Дышим, проходим. Секундную паузу и снова продолжаем. Руки в сторону, на ширине плеч. Голова запрокинута, дышим медленно и глубоко. Сейчас самое важное время. То есть если очень тяжело, сейчас самое важное время, его важно пройти. Да, омолаживает и оздоравливает организм. Мишель, я в вас верю. Держим. Как будто бы обнимаем шар, планету обнимаем. Так что планета у тебя в руках, ты ее держишь, ты же Атлант. Готово. А, здорово. Значит, руки сводим в замок Венеры, вот так. А у женщин большой палец, левый палец сверху, у мужчин правый палец сверху большой. Руки вперед и вверх, вот так. Видно, да? Угу. Чуть назад отодвинься. Делаем глубокий вдох. Задержку и тянемся вперед. И тянемся. Боком сядь в камере. Выдох.
Выдох. Так делаем два раза. Так еще делаем два раза. То есть руки в замок Венеры, вперед и вверх. Глубокий вдох. И тянемся. Выдох. Еще раз. Глубокий вдох. Задержка. И тянемся. Вперед и вверх. Выдох. Давайте покачаемся на верблюде. Не-не-не, это крия. Еще у нас три упражнения. Так. Угу. Значит, ладонь, значит, вот так на ширине плеч, руки. Видно, да? Да, да, вот отлично, ширине... все видно. Ага. На ширине плеч, руки, ладони вниз, ладони вниз. И вот такие крылья делаем. Вот так летим. То есть не надо сильно, вот так не делаем, вот так не делаем. Вот амплитуда небольшая. Закрываем глаза и летим. 7 минут. Засекаем. И дышим. Дышим, синхронизируемся. Не бросаем. Не бросаем, потому что нет смысла. Если мы бросаем все время, то мы никуда не проходим. Вообще не проходим. Еще раз можешь сказать, что там? Да, вот руки на ширине. Вот так вот. Руки. И делаем вот такое движение. Такое вот. Летим, собственно говоря, летим. Представляем, что мы птицы, мы летим над планетой. И сколько лететь? 7 минут. 7 минут? Дышим, дышим свободно через нос. Сейчас засеку. Ну, движение такое не амплитудное, то есть вот так мы не делаем. Я понял. Мы сильно не размахиваем. Ладошки вниз. Все, поехали. Полетели. Полетели. Дышим свободно через нос. Улыбаемся. Низ, низ, низ. Руки прямые только, прямые. Прямые, ага. Ладони вниз. Движение и дыхание. Когда мы ходим в поток, дело становится очень легко. Мишель, руки прямые, прямые руки в локтях. Руки распрямлены. Улыбаемся. И делаем это легко, проходим легко. Мишель, Мишель, пробуем, пробуем. Ты очень амплитудно не надо делать. Мы делаем вот небольшое такое, знаешь, вот, да, вот так вот. Где-то на 10 сантиметров примерно. Вверх-вниз, вверх-вниз. Ну, как бы в этом и смысл, что вот напряжение, оно, токсины из тела, они выходят в этот момент. Из психики и из ума выходят. То есть нервная система, она укрепляется. Женщина нас сделала. Только сейчас это понял. Нет. Поэтому говорю 500 женщин. Мне тоже нелегко вообще делать на самом деле. Мне тоже напряжение сильное в предплечьях.
Надо же плавно тренироваться к такому. Знаешь, к этому невозможно подготовиться. Просто один раз ты проходишь, и все. Потом проходишь второй раз, третий. Если мы продолжаем, нас поддерживают. Если мы не бросаем, нас поддерживают. Если мы бросаем, нас не поддерживают. Это как глобальная волна. Ты ее не бросаешь, и тебя поддерживают. Руки прямые в локтях. Можно еще говорить слово «победа» про себя. Тоже может укрепить дух. Улыбаемся. Улыбайся. Руки вверх, не закидываем. Если синхронизировать движение и дыхание, то дыхание нас как бы ведет. Дыхание поднимает руки. Не мы физической мышечной силой поднимаем, а дыханием. Дыханием прана, прана. Праническое тело нас как бы ведет. Вот я сейчас прошла через эту вот боль, и мне стало легко. После практики... Есть момент, где очень начинается сильная боль и сильное напряжение. Если ты не бросаешь, потом отпускает и становится легко делать. То есть вот в этот момент вышло напряжение, вышли токсины. Руки прямые, в локтях. Миша, Михаил. Улыбаемся. Отойди чуть подальше. Еще чуть-чуть. Вот так. Вот тут трусы в кадре. Хорошо, что не поющие. Поющие трусы. После крия Михаил расскажет о втором дне прохождения курса Купеева. Как начался второй день, который сейчас идет. Мы ставим намерение, чтобы пройти. Я вот тоже думаю, это 7 минут бесконечные. Но это йоговские 7 минут. Угу. Проверишь? Наконец-то. Все. Получаем удовольствие. Все, закончили сеточки. Мне уже стало легко, я получаю удовольствие. Да, как раз все и закончилось. Значит, ручки слили в замок Венеры, как в предыдущей практике. Ага. Вытянули вперед и вверх. Глубокий вдох. Боком, пожалуйста. Задержка. 45 градусов. Задержка и тянемся вперед и вверх. 45 градусов. Тянемся вперед. 45 градусов на камеру. На камеру. Именно, да. На камеру. Поворот на камеру 45 градусов. А, вот так? Да, примерно так, ага. Угу, тянемся. Выдох. Снова вдох. Угу. Задержка. И тянемся.
Тянемся, Михаил, это важное упражнение, тянуться, растянуть, потому что что разогревали? Что разогревали? Выдох, еще раз. Каждый в своем ритме, а нам надо на планете синхронизироваться. И давай, третий раз. Третий раз, давай, третий раз. Я сделал. Тянемся на задержке. Четвертый уже. Хорошо, да. Нет, это третий раз. Я успел уже, пока вы болтали, сделать три. Давай, делай четвертый раз. Ну, четвертый можно и идет. Так, дальше. Третье упражнение. Слушайте, сейчас ко мне придет. Да, вот такое. Значит, руки теперь вот так держим. Вперед. Так, у нас доставка, у нас остается немного времени. Правая ладонь смотрит вниз, правая, а левая вверх. Левая вверх. 45 градусов на камеру. Мы делаем всего 30 минут, 3 минуты, всего 3 минуты. Ладно. Правая ладонь смотрит вниз, повернись, левая ладонь вверх. Повернись на камеру 45 градусов. Вот так, да? Вот так? Нет, чуть... Сюда? Да, вот так, да. Значит, правая ладонь смотрит вниз, левая вверх. Делаем вот такой, смотрим на кончик носа. 3 минуты засекли, Миш, засек? Я засеку сейчас, не дергайте. И 3 минуты как бы делаем, ну, не останавливаемся. Тоже не, вот такое движение не делаем. Делаем вот где-то, сколько тут? На уровне груди, на уровне сердечного центра. Да, все, мы поехали. Мы сейчас работаем. Поехало время. Значит, правая ладонь вниз. Левая вверх, смотрим на кончик носа и дышим. Да-да-да, таймер поехал. Улыбаемся. Одна вверх, другая вниз? Правая, ну да, вниз, вот такое движение. И улыбаемся. Правая ладонь смотрит вниз, левая ладонь смотрит вверх. И движение такое на уровне груди мы делаем. Вот, вот такое движение не надо делать. Угу. И проходим легко, легко, настраиваемся. Получаем удовольствие. Синхронизируем дыхание с движением. А смотреть на кончик носа? Смотреть на кончик носа, да. А нижний замок делать? Нет. Улыбайся. Чтобы было легче, можно улыбаться. А у тебя это не горит. Я точно увидел. Извини. Быстро, быстро делаешь, медленно. Вытяни локти. Делаем в своем ритме. Локти. Синхронизируемся с дыханием. У каждого свой ритм. Мы делаем не слишком быстро и не слишком медленно. Но в принципе достаточно быстро мы здесь это делаем. Если дышать более глубоко, прям акцент делать на вдохе, то прямо намного легче делать. Тут получается вообще как дыхание огня, если синхронизировать дыхание с движением, потому что движение достаточно быстрое. Вначале может быть больно смотреть, но глаза привыкают к этому положению через какое-то время и становится легко. Закончилось смотреть. Время. О, да, так быстро? Да ладно. Ну я не сказал, что так быстро. Значит, то же самое, та же самая концовка. Вдох, руки вытянули. На задержке тянемся. Выдох.
Вдох. У задержки тянемся. Выдох. Еще раз. Вдох. Тянемся. И выдох. Выдох можно такой пушечный через рот делать. Как бы сбрасывая все напряжение, которое там скопилось. Теперь ножки вытянули и легли вниз, расслабили спину. Просто расслабляемся в этой позе. Какое-то там небольшое время. Легли и отпустили. Вот захватились за лодыжки или там, где достаем, и опустили себя, опустили спину. Я как-то не опять не видно, да? Да, хорошо видно. И расслабились. С каждым выдохом мы расслабляемся еще больше. Поднимаемся наверх. Последнее упражнение такое. Значит, беремся за вот так вот большие пальцы, указательные и средние. Беремся за большой палец и прижимаем ногтевую пластину большого пальца большими пальцами рук и делаем вот такое. Вот такую позу. 45 градусов. 45 градусов. Сядь. Ага. Если получается, ноги выпрямляем. Чуть правее. Правее. Сюда? Нет. Корпус повернуть так? Чуть правее. А, вот так? Да, вот так вот. Да. Так? Да. Но сдвинься чуть назад к плите. Да, вот так вот. Так? Да, отлично. Угу. И вот, значит, в такой позе сидим и дышим. Медленное, глубокое дыхание. Можно ноги выпрямить, можно согнуть ноги. Как комфортно, так и делаем. То есть беремся за большие пальцы ног. И прижимаем ногтевую пластину больших пальцев ног большими пальцами рук. То есть, и дышим. То есть делаешь... Держим баланс. Делаешь замыкание между руками и ногами. Да. И разводишь их, разводишь широко. Широко разводишь. Ага. И держишь баланс. Спина прямая. И медленно и глубоко дышим. Перекатываюсь на спину, не удерживаю баланс. Ну, нужно балансировать, ловить баланс в жизни, в отношениях и так далее. Да. Ищем баланс. В принципе, все, можно сесть в бабочку. Баланс, так
Баланс, баланс. Мы были у Полубатонова, он говорит, Бог, ну, его расшифровка, Бог, это балансир, организующий гармонию. Угу. Неплохо, мне нравится. Мне кажется, я сегодня сгармонизировалась. Слушай, данная запись как пример, что женщина чрезвычайно очень выносливая. Вот подошел Михаил, и я надеюсь, сейчас он сможет, ну, обращаясь к тебе, рассказывая тебе, расскажет о первом курсе, о первом дне курса. Что тут происходит? Все, мы закончили, Свет? Ну, надо закрыть тогда пространство. Давай. Мы можем немножко разгрузить спину, потому что сейчас на спину была нагрузка большая, мне кажется, да? Угу. Mm-hmm. Вот, давайте. Да. Как-то это покататься можно на спине немножечко. Перекаты на спине. Можно поделать скрутки. Вы как? Делаем? Да. Так, мою ногу тогда будет видно. В общем, я предлагаю закончить без шавасаны. Если кому-то захочется, он может полежать в шавасане, сделать скрутки. Да. А так мы просто вот скругляем спину и делаем перекаты. Такие. 31 минута. Просто я хотел бы, чтобы Миша в конце сюжета рассказал про... Ага. Ну все, закрываем пространство, и Миша рассказывает. Давайте. Просто зрители, нужно, наверное, зрители поставить, что там 30 минут йога, а выступление Михаила там на 30... Зачем? Я не готов к этому. Вообще непонятно, о чем, что ты хочешь. Кого мы моделируем, ты... Работает камера, и сюжет с йогой нужно сопроводить закадровым голосом. Угу. Поскольку мы объявили, что «Глобальная волна» запускает публичный проект... Да ты смешиваешь просто, вот, на мой взгляд, смешиваю. Сразу много всего. Мы показываем зрителей, из чего состоит реабилитация. Непонятно будет вообще. Давайте закроем пространство. Давай. Все? Готовы? Угу. Значит, вдох, выдох и поем. Так, Михаил, расскажи, пожалуйста, впечатление от первого дня. Давай. Впечатление от первого дня. Да. Хорошее впечатление. После первого же сеанса стало легче. Облегчение. Плечо отпустило. Поясница еще чувствуется. Здесь. А в чем заключался сеанс? Что там делали все на этом сеансе? Меня били током, мазали травами и подвешивали вниз головой. Нет. Били током? Лазерами освещали. Еще лазером освещали, да. Для того, чтобы эти фитосоставы... Да, при помощи тока такой массаж током был. Миостимуляция называется. Такие разрядики чуть-чуть, да? Небольшие? Да, сокращение мышц через электроимпульсы. То есть, да. Ну и дальше, какие впечатления? Какая диета? Какое питание? Расскажи людям. Ты мне сейчас не давить, мне пора позавтракать уже и собираться, потому пять, что... Пять минут. Что пять минут? Это расскажи, пожалуйста, личный. Миш, очень интересно. Что, я... Задавай вопрос ему, Свет, пожалуйста. Да, задавай вопрос, я могу отвечать на вопросы. Мне сейчас... Какое питание? А что тебе теперь нельзя живое. Есть? Что теперь нельзя есть тебе? В данный момент мне можно... Мне проще сказать, что мне можно. Да, вот я хотел спросить тебе, что проще, да? Сейчас мне... Я ем только как сыроед. Сырые овощи, фрукты. Вот. И так 3 дня еще. Потом будет расширяться. На мясцо-то тянет? На мясцо. Ну, кстати, удивительно, не особо. Нет, я даже не думал об этом. Ага. Нельзя сидеть. То есть нужно научиться...
быть только стоя, либо лежа, либо на карачках. Но одно из упражнений – это ползать на четвереньках. И, в принципе, я думаю, что... Да. Это очень прикольно – ползать на четвереньках. Мы тоже сегодня всю ночь ползали. Ну, в общем, максимальная разгрузка позвоночника. Нельзя поднимать больше полкилограмма. Угу. Но я слышала, что это прям надолго, месяца на два. А у него там почему-то всего там пару недель. Ну, на курс. Лазерами расслабляют мышцы, производят необходимые правки, потом мышечные закрепления. Все, Михаил пошел завтракать. Благодарю за практику. Тогда выкладываю в сеть желающие присоединиться к йогу-клубу Светланы Теркиной. У нас уже клуб? Клуб. Конечно. Все, благодарю вас. И вас благодарю за практику. За совместную. Сатнам. Пока. Mm-hmm.